Приветствую всех на своем канале, с вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мое видео носит только информационный характер. Значит, сегодня я зашла в букс, он не новый, работает уже почти 5 лет, а точнее 4 года, 9 месяцев, 3 дня. Значит, ну здесь вот платежная система у них. Так, платежные системы. WebMoney, PayerKiwi, Яндекс.Перфект и мобильные телефоны. И он хорош для рекламодателей еще. Здесь очень хорошо можно и заработать, ну и, конечно, рекламировать свои проекты. Здесь 1000 просмотров от 11 рублей. Это здорово. Это недорого. И обращаю ваше внимание, уже пользователей 1 056 511 человек. Это супер. Здесь очень хорошо рекламировать. Значит, я только что зарегистрировалась и немножко тут полазила. Значит, вот это основной счет вверху. И после по поводу регистрации, если кто захочет присоединиться, сначала вводите логин и электронную почту. Вам на почту придет цифровой код. Введете этот код. Далее введете пароль, повтор пароля. Вход по логину и паролю. Значит, и на чем здесь зарабатывать? Здесь задание. Есть серфинг сайтов. Значит, ничего не будет вам доступно. Вам сразу нужно идти в профиль. Нажимаете вкладочку здесь «Профиль». И что вы делаете? Если у вас сразу не появится вот такая страничка, опускаетесь самый-самый-самый, что ни на есть, вниз. Может уйти туда. Как вот у меня так было. Смотрю, нет ничего. Он у меня в самом низу. Значит, что здесь? Для что появился серфинг? Нужно указать пол, дату рождения. Это сохранить. Значит, кошельки прописать, какие хотите платежные. И самое важное, это номер телефона. Без плюсов. Сохраняете, вот вводите свой номер телефона, плюс не надо, у вас там будет показано как просто одни цифры, нажимаете сохранить, тут появится вкладочка подтвердить, вам позвонят и скажут номер, вводите цифровой номер, подтверждаете номер телефона. Ну, соцсети тоже по желанию, это я все потом сделаю, как бы. И все равно, на чем здесь зарабатывать? Серфинг сайтов. Значит, это задание. Я сюда не лезу. Серфинга здесь предостаточно. Давайте коротенький посмотрим. Нажимаем. Нас перебрасывает на страничку. Ждем 5 секунд. 2, 1. Так, и так, цифра 698. Нажимаем 698. Все, просмотр закончен. Вкладочку закрываем. Значит, и здесь еще. Так. Серфинг. Переходы на сайт еще. Тоже очень хорошо. Так. Здесь это опять задание. Я туда не лезу. Я только на серфинге. И рекламку кидаю. Ну, коротенькую. Точно так же нажимаем. Нас перебрасывает на другую страничку. И уже, вот не знаю, видно вам здесь вот все, просмотр засчитан. Переходим. Все, видите? Так. И еще здесь можно, значит, серфинг сайты, переходы, купоны, ВКонтакте, Ютуб. Я это не лезу, конкурсы. И можно сокращать ссылку. Вводите сюда свою ссылочку, нажимаете сократить. И люди будут переходить по вашей ссылочке, и вам будет капать денежка. Значит, теперь что еще? Рекламные материалы. Так, рекламные материалы. Находится партнерская ссылочка. Баннеры. Так, далее ваши рефералы будут отображаться. Ваши рефералы. Есть биржа рефералов, можно купить. Ну и как бы, и что теперь? И рекламодателям. Так, заработать веб-мастеру мои сайты. Угу. Так, а что здесь у нас? Баланс веб-мастера. Так. Нет, заработать.
Значит, вот здесь купить рекламку в этом разделе. Например, нажимаем купить рекламку. И что у нас здесь? Значит, URL сайта, название, описание, цена за клик. Вот так можно повыше поставить, например. Так, время, секунды тоже выбираем. Например, 10. Вот видите, 10 секунд. И у меня уже стало, вот цена изменилась. Как я сказала, очень дешевая реклама. Тип серфинга, серфинг сайтов. Или переходы на сайт. Просмотр в активном окне, конечно, да. Так. И что? Последующий переход. Ага, просмотр на это в активном окне. Это для переходов на сайт. Ну ладно, тут разберемся. Так, последующий переход. Да, нет. Всем пользователям. Ну и добавить ссылочку. Ну для этого надо, естественно, пополнять рекламный баланс. Это только для рекламодателей. Так, вот это основной баланс на вывод. Нажимаю вывести средства. И выбираем, так, укажите сумму для вывода, сюда указываем сумму. Выбираем платежную систему. Так. Ну и потом уже появится кнопочка, когда выводить. Мне пока выводить нечего. Вот такой вот букс. Кому интересно, пользуйтесь. Так. Это статистика. Это наш как бы кабинет. Вот моя статистика пошла. Тоже здесь находится партнерская ссылочка. Ну, сами тут уже посмотрите, поклюкаете, кому что удобно зарабатывать. Пользуйтесь. На этом буду заканчивать вывод. Естественно, буду проверять. Всем удачи, больших заработков. До новых встреч.